вообще после аварии проблема. Понимаете, две реальности. Видишь, крест. Значит, сегодня я с Кириллом. Привет, сын. И он винит меня за то, что у него нет больше матери. Утром проснусь, здесь будет круг. Светка жива и будет ненавидеть меня за Кирилла. Вы же понимаете, что этого не может быть? Все по-настоящему, все. Что с работой? С какой? У меня теперь их две. Падение с высоты, труп девочки. Личность установили? В другой реальности вы еще видите некие знаки? Подсказки. То, что я узнал в этой реальности, помогает мне в той. Значит, реальности как-то взаимосвязаны. Значит, их можно соединить. Ты хочешь сказать, что я не сам с трассы слетел? Уголовный розыск! Ты сам-то не запутался в своих реальностях? Пробуждение. Только на Иви. Скорее к историям.